Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил главе городского округа Мытищи Виктору Азарову знак за заслуги перед Московской областью третьей степени. Этим знаком награждают за заслуги в социально-экономическом развитии Московской области, культурной, общественной деятельности, направленной на улучшение условий жизни населения региона, в укрепление законности и правопорядка, а также за исключительные спортивные достижения. Вручая высокую награду, руководитель региона Андрей Воробьев отметил заслуги Виктора Азарова на посту главы муниципалитета. Под руководством Виктора Сергеевича городской округ Мытищи сохраняет высокий темп развития и по ряду основных показателей входит в первую пятерку муниципальных образований Московской области. На территории округа формируется 8% общеэкономического оборота региона. Мытищи является крупнейшим промышленным, культурным и спортивным центром Подмосковья со стабильным финансовым положением, сильной экономикой и социальной сферой. Направлений развития много. Для их реализации создан хороший экономический базис, поставлены конкретные цели, разработаны эффективные программы развития.